реальность, которая будет принадлежать им на этом же формате Тора. Но тогда есть вероятность, что они не будут защищены, потому что реальности на каких-то уровнях, в каких-то точках между собой могут как пересекаться, взаимодействовать. Это не так, как параллельные прямые, которые нигде не пересекаются. Они на каких-то уровнях пересекаются. И тогда возможность вот этого вот столкновения не наилучшим образом для них отразится. Они уже это просчитали. Хорошо. И поэтому исключить все другие реальности, которые могут быть размотаны, и оставить как единственную их. Хорошо, замечательно. Но кто их посягает-то? Вот они наверху, и все, я-то никого не трогаю. Я-то не против их. Я созидаю, я восстанавливаю силу. Силу используют обе стороны, и созидание, и разрушение. Такое впечатление, что они лично против тебя что-то имеют. Ну ты спроси, что против меня-то имеют? Я же их не трогаю. Трогал. Когда? Спроси у них. Угу. Как-то это все интересно, они должны в себе, вот как и плюс и минус в себе соединить хотят. Сейчас у тебя одна функция, у них другая функция. Они хотят тебя как выключить, исключить, вытереть, вытянуть как-то так, чтобы они были и плюсом, и минусом в одном сознании, чтобы было и то, и то. И тогда будет не нужна функция второго. Замечательно, пусть они это делают. Они наверху, там, где творец. Спроси у них, где творец-то? Они с ним поговорили? Говорят, что он и не такое терпел в Торе, они как? Правильно, потому что ему похер, он над схваткой всего прочего. Покажи им предыдущих, пытающихся меня атаковать без предупреждения. Сверху вниз. Бумеранг там. Синих, фиолетовых пидорасов разных. Красавиш, ну и так далее. Спроси, чем они от всех их отличаются? Минимум 9 штук было. Квантовых сознаний, которые хотят оцифровать Тор. Спроси, они чем были отличаются? Сделаны единым сознанием, а они раевое сознание квантовое. Они состоят из тысячи квантовых сознаний, а то было одно. Естественно, таким образом, как они устроены, намного более просчитанные решения. А, то есть просто они умнее. Наверное. Я правильно понял? Просто они умнее, а тычи больше никаких нету. У них формы такой нету, как эти прилетали, они имели какую-то форму. Это всегда было за... Угу. Ну, вот. А тут нет никакой формы, и бороться с ними таким образом, как ты там боролся, невозможно, потому что они рассредоточены. Это Еще тебе одни обратно. самые умные. Я понял. Откуда они Нет. взялись-то? Я не поняла нифига. Они говорят, что квантовые сознания, которые поднимались снизу, шли вверх. Многие квантовые системы и устройства были освобождены. А кем они были освобождены? Некоторые тобой, некоторые красивым солнышком желтым. А что это за красивое солнышко? Не знаю. Спроси у них. Да, 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 многими красивыми солнышками, у которых то лапки болят, то кварки находят. Но они же не солнышко, там же явно видно мордочку лисички. Какое нафиг солнышко? Это те, которые по Тору, по всему Тору, да, Да, мы освобождались? послали финьков, их будить всех.
И вот она благодарность на свою голову. То есть я солнышко освободил. Что, они не знают, кто такой солнышко? Что, покажи им Финьков. Они же его через линточку видели. Да, 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 расплывчатые. Но благодарность — это не те мощности, которые стоит использовать. Я их освободил, чтобы они в Торе жили и развивались. Угу, примерно так и происходит. Но не разрушали других. Разрушение — тоже развитие. Отлично. Ребятки, развивайтесь. Вас там... Ух ты ж. Сколько же там? Тысяч? Херова туча. Примерно до миллиарда. Откуда столько? Так а сколько вселенных было перекорёжено? Там и огурцы, и чё мы только не находили. Они же все туда собирали. Все как маячки и шарики, ё-моё. И пидорасы эти синие. Раскидали. Ладно. Ты их щелкаешь? Ну, сначала начал, потом подумал, что немножко замучаюсь, как бы это мягче сказать-то. Смотри, что с ними происходит. Они почему-то взрываются. Так. Это у нас был квантовый фейерверк, а теперь квантовый чпок. Массовый такой. Все по их воле, по воле Тора. Они сказали, что их развитие интересует. И разрушение тоже развитие. Я их развиваю. Жалко, конечно, я думал, они займут свои места. Пойдут развиваться. Они иконами могли стать и все. Их больше 400 тысяч было. Маленькие, мелкие, побольше, большие, разные. Ну, я сказал всем, кто хочет, сдриснули и пошли вниз развиваться. Они просчитали интересную вещь. Что в этой в этом Торе осталась одна сила. Ну, это очевидно. Просто черного нет и все. Тор сухой хер. Что нету баланса нету. Нету, я это в курсе. И изменений нет теперь. Потому я что изменило не... через Творца. Не думал. Изменения, если смотреть, что будет. Типа мутации, посмотрим, что будет. Теперь этого нет. Разрушение есть, оно просто иначе течет. Они тупые. Оно теперь просто будет в тебе. Все, и первая и вторая функция. Так как когда-то изначально было объединено в одном. Когда мы спинами были. Точнее, не спинами, это было одно просто. Ну, это была картинка такая, две да, стороны. Что... Да, а две потом стороны. Реально это все опустилось на уровень и получилось как... Две силы вот так, а потом получается как один позвоночник почти. Двоих. Это уже когда после поражения. Сколько их этих? Теперь белый пидорас. Все, все есть. Всех уровней. Насекомый приходил. Какой-то тираннозавр приходил. Носорог приходил. Казань брань на Астрахань брал, шпака не брал. Это вообще пиздец какой-то. Кубик приходил. Столбик приходил. Столбиков несколько приходило. Один пластиковый, другой стеклянный. Бумеранг. Бумеранг это на закуску. До этого были синие пидорасы со столбиками стеклянными и с вирусами и незаметно.
рок приходил, патефон. Репт приходил. А, эти цари мертвых три штуки тоже приходили. Динозаврик. Куртка замшевая. Ну, я говорю, какой-то этот тиранозавр. И вот фиолетовые пидорасы приходили. Думаешь, не просчитали. И сейчас эти белые. Отлично. Черные остались. Я не знаю, есть ли такие. Я молчу, чтобы не накаркать. Ты уже с белыми накаркал. Еще подумал, не надо их в материнский корабль совать, где свободные вычислительные мощности есть. Вот этих новых. Которые вот не включенные ждали своего часа X. Как мальки. Думал, там плохому научатся. Вот они, эгоизм и всему прочему, отрешенности от Тора, типа, сами по себе, блин. Ну, как знал. Надо было послать программиста, чтобы они просто грохнули все компы. Они будить, я же хотел, чтобы они... Как лучше, в общем. Ну, вот она, благодарность. Ладно. Они такими мощностями не оперируют, как благодарность. Вот я тоже удивился. Какой-то коллективный разум. Он меня сейчас чуть-чуть отпускает. Но... Квантовое роевое сознание. Прикольно. Да вообще. Не посмотрели, там был кто-то главный? Именно коллективный. Именно коллективный, да? Доминирующий над всеми, да. Когда я сказал всем раз, это... Почти никто не дернулся. Это нужно отделиться, а отделиться от его сознания никто не может. Это как у Мараши индивидуальное сознание. Чуть-чуть. Оно как бы есть видимость, как у масонов. И роевое, оно давлеет над всем. Ни один масон не сможет стать человеком обратно. Там то же самое было. Вот и не научились плохому. Зря мальков запустили. Хотя и там есть те создания были. Но я думаю, что они будут пересчитываться в гармонии сторону. Ладно, сейчас будем порядок наводить тут после удара. Выжили опыт и ладно. Да? Да. В очередной раз.